сказать, чтобы это все слышали, что на будущий год эта конференция обязательно состоится тоже. Международная научно-образовательная конференция «Садыковские чтения» проходит ежегодно с 2013 года. Она объединяет философов и гуманитариев в вопросе осмысления актуальных проблем человечества. Недаром в этом году тема чтений звучит как «21 век. Вариативность человеческого». Конференция год из года набирает все большую популярность. Если в 2013 году в ней участвовали, может быть, человек 30, то уже в прошлом году состав участников превысил 70 человек. На конференции обсуждались вопросы философской идентичности в условиях безумного темпа жизни человечества и его непрерывного прогресса в сферах цифровизации и глобализации. Это вопросы гендерной идентичности, вопросы национальной идентичности. Это целый куст проблем, которые они цепляют за собой. Символично, что мероприятие выпало на пересечении сразу нескольких праздников. Это Всемирный день философии, 217 лет Казанского федерального университета, а также Всероссийский день преподавателей высшей школы. Звезды сошлись, и вот в нашей конференции мы как раз обозначаем все эти важнейшие даты. Университет, философия, преподаватель, человек. По итогам конференции будет издан сборник статей. Он будет служить учебным пособием для бакалавров, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей, которые изучают современные социально-культурные реалии в контексте неклассической онтологии, теории познания и социальной философии. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз.